отсутствие энергии, вялость, запоры. Тех знаний, которые мы владеем, недостаточно. А у Кати на школе здоровья все доступно. Как будто тебя взяли за руку и повели вот к твоему здоровью. Я похудела на 6 килограмм, появилась активность больше и наладился стул. Всем привет, меня зовут Мила, я куратор школы здоровья. И сегодня у меня в гостях моя ученица. Представьтесь, пожалуйста. Расскажите, чем вы занимаетесь и почему вы пришли к нам на школу здоровья. Здравствуйте, меня зовут, мне 50 лет, я предприниматель. Что меня привело? Вот я услышала проблемы, которые решаются на школе здоровья. Это отсутствие энергии, вялость, постоянно не хватает какой-то работоспособности, запоры. Вот это все у меня было. Вот с такими проблемами я пришла на школу здоровья. Каких результатов вы добились на протяжении вот этого времени, пока была школа? Результаты, конечно, очень замечательные. Я не могу им не радоваться. Я похудела на 6 килограмм. И так, в принципе, у меня небольшой был, неизбыточный вес. Но уже возрастные какие-то были такие жировые прослойки, знаете, как у женщин на животе, на боках. Начав правильно питаться, исключив неправильные продукты, плюс физическая активность. И вот минус 6, я такая довольная, счастливая. В связи с этим, наверное, появилась какая-то активность больше. И наладился стул. Ну вот как-то по утрам у меня все опорожняется, кишечник. Хочу продолжать дальше, еще понимаю, что это только начало. Хотелось бы еще дальше поддерживать результат вот такой. Энергии тоже, да, хотят добавлять теперь. Энергия появилась тоже, да. Что бы вы порекомендовали нашим будущим ученикам, да, которые сомневаются, идти, не идти? Ну, во-первых, отношение к своему здоровью – это очень ответственное дело. Тот, кто хочет заняться своим оздоровлением, он должен прийти к этому. Наверное, все эти вещи должны прийти сначала в голову к этому человеку, через психологию здоровья, как говорила Катя, да. Тех знаний, которые мы владеем, недостаточно. А у Кати на школе здоровья все это так суммировано, все доступно. Ну, как будто тебя взяли за руку и повели вот к твоему здоровью. Ну, это очень классная вещь, я очень довольна. Советую всем идти, не раздумывать, кто намерен прожить дальше активную жизнь, здоровую, качественную. Это очень здорово. Вот у меня вообще планов сейчас куча. Теперь я на программу кости и суставы здоровые уже купила ее. Ну, короче, планов много. Советую всем. Это очень здорово. Благодарю вас за уделенное время, за напутствие, за ваш отзыв. Спасибо. И вам лично большое спасибо. Было очень приятно с вами общаться как с куратором. Ответы приходили вовремя. Вы нас вели все время весь этот курс. Спасибо вам огромное.